И завершение Черноморских игр в Скадовске. Кто вышел в финал и заставил рыдать судей? Узнаем от Кирилла Ющишина. Вот уже второй день на побережье моря гремят Черноморские игры. Сегодня должна решиться судьба победителя. Напомню, фестиваль в этом году возобновил свою работу после 4-летнего перерыва, связанного с финансовым кризисом и напряженной обстановкой в Крыму. Но теперь он вернулся на берег Черного моря, а вместе с ним возвратились и звезды украинского шоу-бизнеса. Например, почетные гости фестиваля дуэт «Потап и Настя». 13 лет назад именно здесь, на Черноморских играх, певица получила Гран-при. Это дало старт ее карьере. В полуфинале Каменских исполнила ту же песню, с которой победила в 2004 году. За 3 минуты до выхода хотела расплакаться. Плакала. Давай честно, стояла и плакала. Здесь решилась моя судьба как артиста. Отсюда я подписала контракт. Артисты, зрители, продюсеры и музыкальные критики все в один голос твердят, что в Скадовске снова рождаются новые украинские звезды. К примеру, одна из самых младших участниц Черноморских игр Вероника Марс. Ей всего 6 лет, но она уже заставила жюри расплакаться. Вот это 6-летний ребенок, который держал микрофон, и маленькая-маленькая ручка проникла прямо в сердце. Это что-то невероятное. Я рыдал, как ребенок, потому что это было попадание. Вот ради этого стоит проводить все эти конкурсы. Удивительный талант. Вот многие эти дети показывают удивительный талант. Мне очень понравился. После полуфинала, который завершился вчера поздно вечером, в финал попало 23 человека. В эти минуты участники вновь выходят на сцену, чтобы покорить сердца жюри и публики. Зрителей, кстати, собралось даже больше, чем в прошлые годы. Я очень рад, что в этом году, как никогда, приехало очень много талантливых детей. Рад, что бывшие участники, победители разных лет, приехали их все поддержать. И сегодня у нас такой получился полноценный конкурс. Сегодня огласят имена победителей в 7 номинациях, а завтра на гала-концерте организаторы Черноморских игр назовут имя обладателя Гран-при. Сегодня же после окончания конкурсной программы гостей феста порадуют своим выступлением дзидзё. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, с побережья Черного моря.